Многие помнят шокирующие выходы Леди Гаги в свет. Она появлялась в платье из мяса, на гигантских каблуках, в безумных шляпах. Именно эпатаж когда-то помог певице обрести небывалую популярность по всему миру. Но, видимо, все это уже в прошлом. Сейчас звезда чаще появляется в элегантных нарядах, сводя с ума скорее вокалом, чем образами. Но нельзя утверждать, что странный внешний вид Леди Гаги был исключительно маркетинговым ходом. Оказалось, что певица со школьных лет любила привлекать к себе внимание. Гага отличалась от сверстников артистизмом, играла на музыкальных инструментах и экстравагантно одевалась. Одноклассникам она не нравилась, поэтому они частенько дразнили будущую звезду. «Я эксцентричная, разговорчивая, терская и театральная, и меня дразнили. Однажды меня бросили в мусорный бак на углу улицы мальчики, которые тусовались с девочками из моего класса», — рассказывала певица. Недавно в сети появились фото того нелегкого для нее периода. Тем не менее, на снимках звезда выглядит жизнерадостной. Большое удовольствие ей давали выступления в школьных постановках, где она пробовала себя в качестве актрисы. Возможно, этот детский опыт немного помог ей уверенно смотреться в фильме «Звезда родилась». Гага номинирована на Оскар за главную женскую роль. На втором фото хорошо заметен нос актрисы. Некоторые утверждают, что она сделала ряд пластических операций. Поклонники заметили изменение форм носа и скул, увеличение губ. На все подозрения звезда отвечает так: «Я считаю, что демонстрация неуверенности в себе в виде пластических операций куда более опасна, чем художественные трансформации тела». По слухам, красоту Леди Гаги отмечает актер Брэдли Купер. Творческий тандем уже не раз появлялся вместе на красной дорожке. Пара не скрывает теплого отношения друг к другу, к тому же в фильме «Звезда родилась» они сыграли влюбленных. Однако сама певица готовится к скорой свадьбе, а Купер счастливо женат на супермоделе Ирине Шейк.